Все получили задание для коллоквиума. Можете приступать к выполнению заданий. Пожалуйста. Добрый день. Участковый инспектор Калашников. Могу я допросить студента Мухина Александра Ивановича? Да, пожалуйста. Мухин, спуститесь вниз. С вами хочет побеседовать товарищ инспектор. Александр Иванович, у меня к вам пару вопросов. Можно ваш листик? Где вы были вчера с 8 до 9.30 вечера? Вчера с 8 до 9 вечера я был здесь, в библиотеке. Угу. Готовился, взял книжку, поехал домой, почитал немножко. Ну и потом ко мне брат подошел и говорит такой: да не, вот не парься, Саня, все будет хорошо. Вот, ну и все, я успокоился, лег спать. А вы брату верите? Да, конечно, верю. Как себе. Ну что ж, Александр Иванович, расписывайтесь в протоколе. Можно? Спасибо, братан. Ну что ж, не буду вас больше задерживать. До свидания.